Весенние плоды на любой вкус. Ямы обыкновенные, средних размеров, со щебенкой и без. Вот такие ямлыки и ямоги по всему городу. Улица Шамиля Усманова, плохая дорога. Местные проезды, очень плохие дороги. Но она проблемная, я знаю, в прошлом году вообще большие ямы были. По дорогам, которые не центральные. Как вот так вот и ездим по ухабчикам. За ремонт самых глубоких ям дорожники Челнов взялись уже сейчас. Работают и днем, и ночью, несмотря на погоду. Латают дорогу специальным горячим асфальтом. Технология рециклера. Как бы замешиваем битум, фрезерованный асфальт и бетон, мин-порошок, греем, потом просушиваем полностью ямы и заливаем. Заливают яму глубиной более 5 сантиметров. На ее высыхание при минусовой температуре уходит около часа. Поэтому работать в ночное время дорожникам удобнее. Выявлять наиболее опасные участки дорог помогают и сами челнинцы через портал «Народный контроль». К более масштабным ремонтным работам предприятие автомобильных дорог планирует приступить через месяц. И совсем скоро ямочный ремонт стартует и в Казани. Зарина Ахметова, Любовь Захарова, Радик Ганеев, Марьям Файрушина, Ленар Султанов, ТНВ, Набережные Челны.